До 14 человек возросло число жертв теракта в египетском городе Эль-Мансура. Возле местной штаб-квартиры полиции взорвался заминированный автомобиль, в котором, по данным следствия, находилось около полутонны взрывчатки. Ранее поступали сообщения и о втором взрыве, но пока эти сведения не подтверждаются. Число пострадавших превышает 150 человек. Большинство погибших и раненых – сотрудники правоохранительных органов. Среди жертв теракта – двое заместителей начальника полиции, сам он ранен. В момент теракта офицеры проводили совещание о подготовке к намеченному на январь конституционному референдуму. Фасад здания частично обрушился, завалив обломками расположенные рядом дома, в том числе театр и банк. Из-за взрыва квартал оказался на несколько часов обесточен, что мешало работе спасателей и врачей. Они не покидают место трагедии, оказывая помощь пострадавшим и надеясь найти выживших. Между тем, премьер-министр Египта назвал братьев-мусульман террористической организацией. Заявление последовало вскоре после взрыва, хотя прямых связей официальные лица пока не проводят.